Хельга Владимировна Сегова. Я член Российского союза писателей, лауреат международных и всероссийских конкурсов, номинант литературных премий «Поэт года» за 2020-2021 год, Есенинской премии «Русь моя» и премии «Георгиевская лента». Я хочу сегодня прочитать вам два своих стихотворения. Первое стихотворение называется «Увидеть закат». А я тороплюсь увидеть закат. Клонится солнце в поля, где горизонт зарей алой объят, небо коснулось земля. Забыв суету и величие столиц, в раздолье цветов и трав, я еду смотреть на игры зорниц в мягких зеленых коврах. Шепчется солнце с березой босой, ложись, моя милая, спать. Ждет впереди тишина и покой, встретимся завтра опять. И колыбельную песню поет, ветер играет с рекой, там, где лесок с нетерпением ждет, пламя зари над листвой. Солнце касается края земли и быстро катится вниз. В родных бескрайних просторах вдали, в тысячелетиях реприз. И ехал я увидеть закат в зеркальной глади воды, где свежесть лесов, полей аромат, в шаге от яркой звезды. Второе стихотворение называется «Ранним утром». Ты придешь ко мне с цветами ранним утром на рассвете. В травах с чистыми росами соберешь простой букетик. Я проснусь от аромата васильков и красных маков. Во дворе сторож лохматый крепко спит, мой пес-бродяга. Лишь открытая калитка выдаст твой приход нежданный. Розовая маргаритка символом любви желанной. Льется колорит духмяный, то любимым мною будешь, коли завтра утром ранним запахом цветов разбудишь. Побежим с тобою в поле, где росой умыты травы, поцелуями покроешь, мой любимый, долгожданный. Спасибо.